Чтобы избавить областную столицу от песка и мусора, дорожники переоборудовали уборочную технику после зимнего периода и вывели на улицы. В рамках городского месячника по благоустройству вакуум-подметательные машины и поливочно-моечная техника за короткий промежуток времени должны полностью убрать дорожную сеть города и подготовить к нанесению дорожной разметки. У нас уже более 20 улиц. Мойка производится из запланированных на летний период 77 единиц поливомоечных машин, 50 уже переоборудованы и готовы к работе. И с вакуумно-подметальных 28 машин 20 также уже готовы к работе и работают по сбору смета, проезде по дорогам. Для того, чтобы полностью подготовить дороги к лету, сначала убирается прилотковая часть автомобильных дорог. Ее чистят большие пылесосы, которые оборудованы поливочной системой для предотвращения пыли. Затем моечная техника струей под высоким давлением выбивает оставшуюся грязь. Малогабаритная техника применяется на пешеходных зонах. Параллельно ведется мойка бортового камня и пешеходных ограждений. Мы моем проезжую часть дороги поливомоечными машинами, 10-кубовыми в основном, в дневное и ночное время. Основной объем работ приходится на ночное время в связи с меньшей интенсивностью дорожного движения. К сожалению, большое количество припаркованных машин мешает качественной уборке города. Основная часть уборки должна пройти до 1 мая. К этому времени работа техники будет проводиться по летнему графику и нанесут дорожную разметку. Уже сейчас самарцы оценили труд дорожников. Стараемся сами не сорить. Приучаем и внучку, даже билетик бросаем в урну. Чистота, здоровье, приятно глазу. Ну, такая большая работа. Да, чисто. Внести свой вклад в наведение чистоты может любой самарец. В субботу, 17 апреля, состоится третий субботник, а основной общегородской пройдет 24 числа. Светлана Кудрявцева, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События.